Все прошлое лето на центральной пешеходной улице Рязани проходили праздники, фестивали, народные гуляния, ярмарки и презентации. Такая насыщенная жизнь улицы Почтовой крайне полюбилась рязанцам. Поэтому в нынешнем году фестивальное лето повторится, и по замыслу организаторов будет еще более разнообразным и интересным. Хотелось бы, чтобы нашим жителям, гостям города было интересно на Почтовой. Мы подготовили что-то новое, выслушали ваши предложения, которые поступали в течение года на наш сайт, на группу ВКонтакте, и мы услышали всех. И вот в качестве примера хотелось бы сказать, что вот из нового, что будет, да? Ну, понятно, что уже традиция. В пятницу на Почтовую в 18:00 происходит какое-то движение. Мы постарались сделать так, чтобы было интересное движение. Фестивальное лето на Почтовой 2016 откроется раньше, чем в прошлом году, а закроется позже. Праздничные мероприятия планируют проводить с 20 мая по 16 сентября. В этом сезоне сохранятся самые удачные фестивали и праздники прошлого лета и добавятся новые. Решено увеличить и уплотнить пространство мероприятий, в связи с чем всем желающим предлагается принять активное участие и выдвигать инициативы. Всех, у кого есть свои идеи, рукотворные работы, творческие номера, аттракционы и так далее, приглашают к сотрудничеству. Посмотрев, скажем так, что было более востребовано, что было не очень востребовано, мы постарались найти такую золотую середину, где было бы комфортно нашим посетителям почтовой. Ну и в качестве примера, да, есть интересный проект, я покажу. Елена Полохова, которая рассказывает о Рязани, рассказывает о интересных вещах, которые происходили в Рязани. Но, к сожалению, кроме как соцсети, об этом проекте не знают. И мы хотели предложить в одном из праздников, это «Ключи от лета», где будем говорить о старте туристического сезона, мы приглашаем наши туристические агентства, в том числе Елену со своим проектом, где она расскажет, что это за проект, как он и чем интересен для жителей. И я думаю, что вот такие инициативы, которые появились, вот именно появились благодаря соцсетям, тоже порадуют всех нас. Предварительное расписание мероприятий уже есть в группе ВКонтакте. Презентацию предстоящих праздников жителям города представят на официальном открытии уже в эту пятницу 20 мая.